преддверии юбилея открытого диалога представители белорусской и нидерландской стороны решили наладить сотрудничество и в экономической сфере. Встреча – подтверждение того, что обе стороны сегодня как никогда заинтересованы в более широком партнерстве. Культура и социальная сфера – это весьма важно, но мэр Бреста Александр Рогачук уверен, настало время для нового этапа развития партнерства, то есть следует подключать и экономическую составляющую. В центре внимания может быть предпринимательство и оказание логистических услуг. И со стороны руководства города для этого будет сделано все возможное. Хочу заявить, что я намерен этим отношениям, особенно с вашим городом, придать импульс еще более сильный, чтобы эти отношения только лишь улучшались. На протяжении 14 лет дипломатического сотрудничества городов было сделано многое. Об этом неоднократно говорилось во время встречи. Расширились межмуниципальные связи, выстроилась хорошая платформа для диалога между вузами. В программу включился Брестский государственный университет имени Пушкина. Сейчас важно еще раз осмотреться и увидеть новые пункты для взаимного сотрудничества. Мы хотим посмотреть возможности вашей инфраструктуры и совместно подумать, что мы можем реализовать. Мы оценим потенциал Кувардена и Бреста, чтобы выбрать определенную структуру дальнейшего сотрудничества. Точек соприкосновения много, а потому очень важно не потерять уже существующие партнерские отношения. В частности, и Брест, и Кувардин роднит особое отношение к истории своего края. Поэтому представители королевства Нидерланды заинтересовал наш проект «Брест-2019», активно реализующийся в цитадели над Бугом. В знак того, что эти дружеские связи будут развиваться и дальше, мэр города Александр Рогачук пригласил бургомистра Кувардина на юбилей Великой Победы, который отметит Беларусь в 2015 году.